Добрый день, уважаемые партнеры, инвесторы, коллеги, хейтеры. Сразу хочу ответить на вопрос, который задавали уже не раз. Где Женя Дуйнов? Вот он, Женя Дуйнов. Да, Александр Сударев охраняет, чтобы не сбежали, потому что он рвется вернуться на место, заниматься расчетом, правильно я говорю? Да. Задач много? Очень много. Поэтому в кадре его особо нет, потому что у него другая работа, не на стройке. А сейчас заехал посмотреть вместе с нами, поедет дальше заниматься расчетами и моделированием, потому что ждем линию, работы будет много. Ну а сегодня хотелось бы отметить одну такую вещь, такой, ну, нюанс небольшой. Вот сзади, за спиной стройка. Ну, активный интерес она привлекала среди партнеров тогда, когда первые оси становились. И вот сейчас, хотя темп работы нарос, уже ставят 12-ю ось по счету, да, тем не менее, зрелищности той нет, которая была в первых кадрах. А темпы работы больше, потому что помимо того, что поставить оси, балки поставить, там уже монтируется перекрытие, вот, навешивается металлоконструкции для ограждения и так далее, так далее, так далее. Много-много работ. Вот, поэтому работа движется, и движется достаточно интенсивно. Эта интенсивная работа обеспечена инвестициями, которые приходили на первых этапах. Сейчас, ну, скажем так, расслабились. Партнеры особенно расслабились, потому что мало рассказывают о проекте, но почивают на лаврах победителей. Расслабились рано, зря, очень даже зря. До победы еще далеко. И пировать, по-моему, еще очень-очень даже рановато. Потому что впереди еще очень много работы. Здание – это не самые большие траты. Самые большие траты – это набить это здание. Во-первых, отделкой. Это достаточно затратно коммуникациями и так далее. Вот, и когда мне говорят, что инвестиции уже практически собраны, кроме иронии, это ничего не вызывает. Почему? Потому что это слова дилетантов и людей, которые далеки от подобных проектов, понимания сути их. Но наши оппоненты, наши противники это прекрасно понимают, хорошо понимают. Именно поэтому, когда работы по зданию стали наглядными, они активизировались. И активизировались уже на уровне профессиональной работы, не то, что там хейтеры, которые там ать-ять и не твою туда-сюда, да, там за гранью нормативной лексики, даже этики в ненормативной лексике, они те преодолели барьеры все, зашли уже вообще за грань. Эти работают профессионально очень хорошо, и надо отдать должное. Такие ролики стоят тоже хороших денег. Поэтому наши противники стали вкладываться более серьезно финансово. Намного серьезнее, чем раньше. Почему? Потому что они понимают, к чему это идет. Дай бог, чтобы партнеры, которые занимаются привлечением инвесторов, которые получают реферальные вознаграждения за это, тоже это понимали. И тоже включились в эту борьбу. Потому что борьба идет не шуточная. Поймите правильно. Неудача этого проекта повлечет за собой неудачу всех последующих. Этого допустить нельзя, и мы этого не допустим. При любых раскладах. Как бы то ни было. Потому что, как в бою паникеров, дезертиров, предателей расстреливают без суда и следствия. В таких ситуациях. Вот когда мне говорят, что все деньги практически собраны, могу сказать, что даже те по тем расчетам, которые делались на конец 2016 года, и которые взяты за базис за открытие, при открытии пакета, вернее, проекта этого, привлечения инвестиций, эти показатели по финансированию не достигнуты. Даже по тому курсу, который был тогда, 1,61, по-моему, да, он, ну, с небольшим. Даже по тому курсу не достигнуты.
А если взять интегральный курс доллара, то достигать нам его еще и достигать, ой-ой-ой, сколько. А если еще учесть все те проблемы, которые встретились на пути, проблемы, которые создавались не нами, а нам и всему миру, в принципе, да, да и всем, в принципе. Вот эти скачки, прыжки цен, когда за транспортировку в десяток раз вылетело, когда элементарнейшие вещи там постали, металлурги нагрели очень сильно, даже государство, это уже притча в языцах, также по всем стройматериалам и так далее. Хотя первоначальный расчет, который делался, цены делался специалистами высочайшей квалификации, очень высокой квалификации, и брались показатели создания подобных мощностей в разных странах, не только в России. Хотя аналогов-то не существует, но учитывали все возможные тогда очевидные риски, потому что другие заложить было нельзя, потому что ни одна комиссия бы, ни одна экспертиза это не пропустила, потому что мы не могли же написать в проекте раздолбайство там, чиновников, или то, что чиновники будут ставить преграды, там, и так далее, и так далее, что выйдут новые нормативы, что заборы вот эти, которые здесь стоят, обойдутся нам в такие деньги, я не знаю, нас гнули, ломали на этих заборах безбожно. Что тех условия будут менять, что точки подключения не здесь, а у черта на куличках. И для решения этих проблем нужно много затрат. Но, тем не менее, мы все это предполагали, обо всем этом говорили. И когда нам говорили, назовите конечную сумму, при всех попытках ее получить, я всегда отвечал, что это невозможно сделать. Потому что это было бы неправдой, потому что никто из нас не знает, какие препятствия нас ждут впереди. Но, тем не менее, проект развивается, развивается интенсивно. Несмотря на те погодные условия, которые были, на все катаклизмы. Потому что хотя бы представьте такую ситуацию. Вот сзади можно представить объем котлована. Вот когда начался снегопад, эти, представьте, сколько снега пришлось отсюда вывезти. Кто мог заложить смету строительства, вывоз такого количества снега? Это чушь. Да, мы закладывались на ненормативные расходы, на непредвиденные расходы. Есть определенные процентовки, что можем заложить и потом обосновать это экспертом, чтобы проект прошел в том же самом технополисе. Это закладывалось. Но вот мы можем посмотреть, сзади сейчас работа техники. Можно, ребят, сюда, с камеры? Покажите, пожалуйста. Это результат последних ливней, которые были. Вот здесь видно закладка фундамента. Это фундамент и не что иное, как часть административно-бытового корпуса. И она сейчас в работе нулевого цикла, фундаменты по ней делаются. И вот когда ливни пошли, все это притопило. И грунт по своим характеристикам, по плотности, он не соответствовал требованиям для строительства. Поэтому все это пришлось удалять. И вы видите, что сейчас делается. Вместо него засыпка песком и так далее. Это деньги. Это деньги. И деньги... Если бы они уходили только вот в такие вот непредвиденные вещи. Есть еще масса других неприятностей. Потому что вот те продолжительные ливни привели к тому, что мы вынуждены были часть засыпки удалить на так называемую просушку. Она складирована за торцом, за фасадом здания с той стороны. И никуда от этого не денешься, это природа. Но нам повезло больше, чем в Германии и другим местам, где все смыло, снесло, поэтому был дренаж, были меры, были дежурные меры, насосные станции, все это работало, все это делалось, но все равно пришлось часть удалять, а это деньги. Ну еще пойдемте покажу одну вещь, прошу последовать за мной, мы в зоне работы крана не пойдем, мы обойдем все это дело. Кстати, можно показать, вон видите, можно по темпам движения стройки судить по лифтовым шахтам и лестничным маршам.
Они уже внутри здания законопачены. И уже здание ушло. И хорошо заметно, как оно ушло. Сюда. Вперед. Это уже 12 осей. Здесь 12 ось монтируется. Вот. Завтра будет уже 13, 14 и так далее. Но дополнительные расходы были вызваны тем, что, если вы видите, площадка очень узкая. От забора до края котлована тут всего ничего. Расстояние 8 метров где-то, не больше. И поэтому в этом месте нельзя было складировать материалы. И вот сейчас камеру разверните, пожалуйста, откуда мы идем. Вы увидите, что как только произошло расширение участка небольшое, тут же образовался склад. Разместили для того, чтобы доставлять, выгружать прям как можно ближе к месту использования и материалов, и оборудования. Где это было сделать нельзя, складировали в доступных местах. Вон видно, ограждающие панели лежат, а сзади лежали металлоконструкции. И вот повернемся сюда, покажите камеру, пожалуйста. Здесь сейчас лежат металлоконструкции, которые находились сзади. И их пришлось транспортировать. Там работает кран, вот видно, работал. Грузили на манипулятор, привозили здесь кран. Выгружали для того, чтобы продолжить работу. Это все стоит денег. Но по-другому никак. И заложить это в смету было тоже никак. Поэтому это ведет работать на увеличение. Но в пределах, скажем так, непредвиденных и непредусмотренных затрат, можно сказать, что частично это вкладывается, но есть и другие же затраты, те, которые вынуждены нести. Пойдемте дальше. Мы уже много раз говорили, что этот объект уникальный. А уникальное сооружение строится по уникальной документации. Документацию делают люди. Люди допускают погрешности, неточности. Поэтому вот прежде чем перейти к серийному выпуску или еще что-то, ту документацию гоняют через производство установочных партий. Мы говорили об этом многократно. И когда установочная партия по документации собралась все правильно и все хорошо, тогда можно говорить о серийном, предсерийном производстве. И тогда этой документации присваивается литера О1, либо литера О. Вот. Это здание делается по уникальной документации, ну, которая содержит некоторые греки. Вот, смотрите. Как загадка, говорит, одна черная на одной ноге, одноногий негр, да? Черная на двух ногах, двуногий негр. Черная на трех ногах, на рояль. Вот одноногий. Но почему он одноногий? В этом винить кого-либо сложно. Почему? Потому что документация может содержать некоторые грехи и так далее. Это не смертельно. Но это вот как раз относится к разряду непредвиденных работ. Это вот непредвиденные работы. То есть фактически это предстоит переделать? Это переделают. Вот сейчас смонтируют. Вот мы видим, монтируется цокольная этажка. Это поставится там, отольется, сделается. Все будет нормально. Но эти работы потребуют дополнительных затрат. Это не предугадаешь и никак не сделаешь. И таких вещей много встречается. Не только по конструкции, но по ряду других вещей. По ряду других обстоятельств. Вот вы обратите внимание. Вот арматура на маршах, она очень длинная, кажется. На самом деле состоит из кусков по 3,3 метра. Они вяжутся внахлёст. Ну, соответственно, это ведет к дополнительному расходу арматуры. Дополнительная арматура. И вот выясняются эти ситуации, они по ходу пьесы обсчитываются. Потому что, да, мы знаем, что это неизбежно, потому что существует три способа крепления арматуры. Либо сваркой, либо внахлёст, либо в обоймы и опрессовывается. Вот три способа. Это все закладывается в документацию. И малая вещь, когда в общих требованиях не было написано, что расчет массы арматуры велся с учетом внахлёста, либо без учета внахлёста.
Это приходится выяснять, выверять, и отсюда возникают разночтения. Но мы их проясняем, выясняем для того, чтобы поставить точку в этом вопросе и однозначно понимать, сколько, куда и как. Потому что в современной практике часто бывает, что поставщики не догружают металл. Можно, конечно, упереться и сказать, что ну не догрузили, ваша вина, да, а кто строить будет, потому что поставщики одни и те же. Надо ловить, надо заниматься, надо не допускать. И надо отдать должность все сотрудники, работники, кто работает на площадке. Они прекрасно знают, что эта стройка ведется за народные деньги. Что это народное финансирование, народное инвестирование, и все относятся к труду очень добросовестно, сверхдобросовестно. Вы, наверное, все же отмечали, что на стройке порядок, все чистые. Но говорят, постановочные кадры. Ну, посмотрите, постановочные. Работает человек, да, в защите полностью, да. Чистит бетон для того, чтобы можно было сделать подливку. Вон другой инженерно-технический работник идет, проверяет, тоже чистый. Говорят, такого не бывает, что это постановка. Но нагнать столько актеров, вы меня простите, это даже не смешно. И платить им-то что? И где взять все это дело, да? Но в данном случае, Дмитрий Александрович, можно сделать вывод, что если это актеры, то они профессиональные строители, потому что металлоконструкция это растет. Так лучше нанять и построить, да, чем нанимать актеров. Вот. Ну, пойдемте дальше. Вот смотрите, стоят стеновые панели, и видно, что здесь была выполнена подсыпка. Для того, чтобы зафиксировать панели, потому что там шло крепление, и тоже подсыпка. И чтобы они не вывалились, нужно было подсыпать грунт, а потом его удалять. С чем это связано? Это связано с тем, что у нас как раз площадка узкая. И тогда, если бы мы оставили подсыпку, мы не могли бы здесь пускать транспорт. Что очень неудобно, да, потому что невозможно было бы работать на площадке. И это требует дополнительных затрат. И так далее по мелочи. Это невзирая на то, что есть повышение цен на все, на работу, на все повысили цены, да? Поэтому, когда задают вопрос, а что, мы вот там в 1917 году, ой, в 2017 году, мы говорили, вы туда-сюда, уважаемые коллеги, а вы при тех разговорах были, вы присутствовали? Был Сергей Семенов, договоренности были с ним, строились, обозначались обязанности и прочее, прочее. А вы сейчас о чем и где вы были в это время? Где вы были в это время? И о чем вы говорите сейчас? Следующий момент. Предложение, но, как говорится, поясню на примере. Закон предусматривает уголовную ответственность за вступление в интимные отношения с несовершеннолетними, либо между несовершеннолетними. Чем это обусловлено? Это обусловлено не зрелостью половой, не полной состоятельностью, не с полной, неправильной оценкой своих действий полной. Потому что полная ответственность наступает в 18 лет. Я бы запретил иметь мозги других людей, неокрепшие мозги, да, которые не достигли определенной зрелости. Ну, то бишь компетенции в каких-то вопросах, потому что зачастую у нас выступают экспертами, кто хочет, ну, по ковиду, там, по разным вопросам, да, начиная там от этих всех ток-шоу и так далее, да. Но у нас отдельные сотрудники заразились тоже от этих ток-шоу, каждый мнит себя эксперт. И вот при последней встрече произошло такое предложение, а коль надо еще денег собрать, надо долю Solar Group увеличивать. Ну что можно ответить на это дело? Одно дурное поехало в турне. Приехало с турне, все же таки дурное, как говорят в соседнем государстве, да? Почему? Но если ты не знаешь, если твой мозг девственно чист и не запятнан активной трудовой деятельностью по профессии, по принадлежности, по тому вопросу, о котором ты судишь, то тебе лучше где-то, ну, наверное, среди манагеров выступать на курсах личностного роста, но не среди предпринимателей. Потому что этот уважаемый, очень уважаемый человек в определенных кругах забыл битву за 0,5%, когда мы уменьшали долю
Solar Group 49,5 до 49. С чем это было связано? Все, что свыше 49, если один из учредителей иностранное лицо, считается управляемым иноагентом. И ему никакие льготы не положены. Вперед, ребята, давайте сейчас отвалим. Ну, 70% Solar Group отдаем, и вот этих вот специалистов ставим управление. Вот интересно, сколько продержится проект? Я думаю, что недолго. И что сделают со мной инвесторы, если я на это пойду? Ну, тоже догадаться не сложно. Поэтому я никогда на это не пойду. И всякий, кто с такими умными предложениями выходит, ну, ему надо бы понять, что в России били всегда не по паспорту, а по физиономии. И не надо пороть чушь, когда ты не понимаешь. Ты занимаешься своим делом, и занимайся. Если что-то непонятно, приди спроси, тебе объясню. А ежели у тебя не хватает на то, чтобы пойти и спросить, ну что можно сказать? У меня слов нет. Потому что вот у нас есть партнер Виктор Алексей. Все знают, да? Он у нас партнером сначала, когда мы вошли еще в Сколково. В 2012 году этим проектом еще не пахло. Вот. И почему он не водится? Он гражданин Германии. И было требование, что проект Сколково войдет, получит льготы только в том случае, если будет иностранец. А до того проект не проходил, он не соответствовал критериям новизны и коммерческой привлекательности. Вот как иностранец стал, так все стало. При этом раздаются голоса, что Виктор Арестов там тратит деньги проекта и так далее, что вот он продвигает, поэтому по образу и подобию все сейчас закинули язык, как кобели на скачках за зайцем, да, вот эти вот борзые. Вот так вот языки на плечо и вчесали. Вот Виктор Арестов, Виктор Арестов. Виктор Арестов за это время с проекта ни копейки не получил. Мало того, привел проект. И все его поделки выполняются за счет грантов, которые он получает, в том числе от правительства провинции Вэйхай. Но никак не за счет средств на рекламу Solar Group и не за счет средств Solmash. Такого не было и нет. Поэтому не врите, не врите. Не надо врать. А то понапридумывают легенды, потом сами в них поверят, а потом по мозгам неокрепшим ездят другим. А люди в это верят. И что же мы удивляемся, когда хитрые врут и верят, да? А тут свои начинают врать безбожно. Вы хоть проверьте, а, господа. Поэтому, если вы кого-то обвиняете в чем-то, предъявите, как говорится, козырь, наш мандат, предъявите подтверждающий документ, подтверждающий материал. И нет, вы брехуны, самые натуральные, брехуны и бреховоды. Вот удивительнее всего, но такие брехло работают совместно с компанией Solar Group. Удивительное дело. И понятное дело, они, поймите правильно, эти люди, они пришли в проект и ненадолго, у них есть шанс поиметь что-то. Да, они действуют так же, поэтому их логика ясна, понятна и примитивна. Абсолютно примитивна, ничего нового они не придумали, это по 90-м уже проходили. Такие были. Такие были временщики. Сейчас урвать, халиф на час, а потом... Но это не про наш проект. Поэтому, если я почувствую угрозу проекту, я буду принимать жесточайшие меры. Поверьте мне, они будут адекватны. Потому что паникеров, трусов, предателей стрелять надо на месте, не отходя от кассы, не церемониться. И ведь проектом сейчас занимаются не манагеры, не менеджеры, да? А занимаются предприниматели. А это не одно и то же. Это не одно и то же. Потому что то, что у Матадора в обед на блюде и у быка на рогах, это не одно и то же. Поверьте мне, это далеко не так. И вот это вот стало реальностью благодаря предпринимателям. И большая часть инвесторов – это тоже предприниматели. Ребята, давайте не будем мучаться иллюзиями. И те люди, которые оценивают все это дело, смотрят, они
знают и думают, и понимают, чем они заняты и что они делают. Случайных людей мало. Случайных мало. Есть те, которые инвестируют в разные проекты, там по разным деньги достаются, но все оценивают. И вот сейчас задержка, которая произошла в инвестировании, чем вина? Многие стали почивать на лаврах. Решили, что все достигнуто, все можно отдыхать. Это заблуждение, гигантское заблуждение, которое дорого стоит. Обычно в таких случаях на подводе лодка что делают? Если где-то течь, замуровали и борись за жизнь, спасая все остальное. Вот те, которые на лаврах, они не с подводной лодки. И даже не с шахты, потому что шахтеры другой натуры немножко, да? Особенно когда спасатели, они доставают одного погибшего, могут три человека погибнуть, но достанут. Другая заточка у них. А вот кто почивает на лаврах, вы, наверное, не в тот проект зашли. Здесь собрались все биться, а не бабло стричь. И биться за будущее детей, внуков и поколений. Поэтому либо с нами, либо против нас. А третьего не дано. Всем спасибо, до свидания.